Ребят, всем большое здрасте. Давненько мы с вами ничего не делали. Сегодня будет быстренький, коротенький рецепт. Покажу вам, как делаю я. Сегодня у нас будет... Нашел в холодильнике, оставалось, а точнее оставалось у меня один селезень, остался с весенней охоты. И хочу его приготовить. Нам с батей покушать хватит вечерком. Приготовить на мангале. Покажу, как я мариную. Получается вот так, прям вкусно. Прям... Бомба. Сейчас покажу вам маринад и уже потом будем с вами жарить. Поехали. Вот такой селезень. Это, по-моему, селезень у меня оставался широконоский, то есть саксун. Что нам понадобится, ребят? Смотрите, здесь у меня смесь перцев, где-то чайная ложка, может чуть больше, разных перцев. Обязательно сюда. Это будет хорошо. Здесь у меня приправа для утки, уже немного присоленная. Приправа именно для утки, для индейки. Утки тоже вот так сделаю. Отлично. Обязательно лук сюда, ребят. Вот таким образом я мариную утку дикую. Прям будет бомба. Сюда лучок. Обязательно лучок, ребят. Чтобы запах лука был. Еще немного присолю. Присолю, ребят, немножко. Приправа не сильно соленая, немного присолю. Ну, вот так где-то. И пойдет сюда майонез, ребят. Майонез. Обязательно. Он даст мягкость. Все. И теперь вступает в наше дело ручки наши с вами. Хорошо, все это нужно перемешать, пожулькать. Утка у меня, селезень, вымачивался часа два, наверное, три. Ну, воду менял два раза. Сейчас мы все это накроем крышечкой, можно пищевой пленочкой. И пока мы поедем на рыбалочку, я уже ездил, не снимал ничего, хотя пожалел. Чебак клюет хороший. Все, что будет, я вам, конечно, сделаю ролик, обязательно возьму камеру. Все, ребят, встретимся уже вечером, когда будут у нас гореть угли. А вот, ребят, уже и огонечек у нас. Время прошло 4 часа, даже чуть больше, уточка наша мариновалась. Сейчас сделаем угли и будем готовить вкуснятину. Ребят, смотрите, какая красота получилась. Уголечки наши готовы. Еще тут откинул, но нам места хватит пожарить. Ай-яй-яй, утятина. Лук убираем, не нужен он. Все, и готовим. И будем... Прошло у нас минут 5. Подрумянилась. Ой, красиво, я сейчас вам покажу, вся шипит. Бомба. Ё-моё. Ждем результата. Ребят, еще включение. Смотрите, прям жирный селезень, прям вспыхивает огонь. Слежу на шампуре, смотрите, жирок топится. Я крикошей двух готовил. Те вообще, о, уже... Скоро будет оной. Крикоши вообще были жирные. Скоро включимся на дегустации. Ну что, ребят, вот и все готово. Вот такая вкуснота и красота. У меня уже дочка заказала себе покушать. Сейчас дед подойдет. Мясо готово. Прям ай-яй-яй. Пока дед подойдет, мы с вами продегустируем. Комары на даче. Надо разводить домокур, как я вам говорил. Когда за грибами ездили, за сморчками, из трутовиков. Надо это сделать будет. Подгорела только шкурка. Сейчас возьмем ножку. Смотрите, ребят, дайте я попробую тут собаки со мной все вам покажу. Дезя, тут ты что? Смотрите. Ой, сочно все капает, сочно. Прям вообще бомба. Прям. Мясо все готовое. Вот оно. Давайте будем пробовать с вами. Ну, за здоровье, бля. Ой, дедушка шел, сейчас придет. Чего вы, псы, собаки? Мася, на. О, молодец, косточку.
мясо дикое жарится дольше, чем какая-то там курица или еще что-то. Но не пересушите. Именно сделайте вот так сочно. И будет вам счастье. Не могу оторваться. Косточку. Не нужен никакой соус. Хотите, можно сделать соус. На даче красота. Вот так вот, палец вверх. Кому ролик понравился, обязательно сделайте. Сделайте по такому рецепту. Больше дичи будет, добавьте всего больше, больше ингредиентов. Лука добавьте больше, всего добавьте больше. Я косулю тоже примерно так же мариную, но маленько по-другому. Все, в следующий раз будем с вами готовить кекерево с овощами в казане. Палец вверх, подписка. Всем удачи, здоровья, добра. Увидимся скоро в эфире.